В Московской области стартовал прием заявок от медицинских специалистов на участие в подпрограмме «Социальная ипотека». Воспользоваться такой мерой поддержки смогут врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты. Для этого медработнику необходимо обратиться в кадровую службу своей медицинской организации. В рамках программы участники получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса.